Журналист вечернего Магадана Олег Дудник в мае-июне этого года в рамках редакционного задания проходил вакцинацию в бывшей Рыбпромовской поликлинике. Тогда он столкнулся с большими очередями и с несогласованным взаимодействием портала госуслуг и поликлиники. Об этом у нас вышел тогда критический материал. Время идет, пришла пора и нашему коллеге проходить уже ревакцинацию. Как все прошло, с нашими телезрителями поделился наш журналист. Действительно, на самом деле прогресс налицо, и в этой такой злободневной для многих магаданцев теме вакцинации и ревакцинации я лично убедился, что произошли на самом деле серьезные такие положительные сдвиги. Во-первых, практически полностью отсутствовали очереди, да, работали сразу два кабинета. Во-вторых, сама процедура заняла меньше времени. Ну, видно, что, наверное, вакцинация уже действительно это поставленный на поток конвейер, да, то есть отлажены необходимые действия, шаги, процедуры. Персонал поликлиники уже отрабатывает их на раз-два, как говорится. Журналисты вечернего Магадана не советуют того, что не проверили лично. В данном случае наш вам совет – вакцинируйтесь, защитите свое здоровье и жизнь.